сорт острого перца Мараба Yellow. Это еще одна разновидность перца Мараба, только желтого цвета. С такими бочками красивыми. Такие перчики. Посмотрите, какой кустик, какое на нем количество перцев. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Видите, какие красивые перцы. Он не очень острый. Острота у него от 60 до 80 тысяч скобелей. Кустик небольшой. Вот видите, развилочка сразу начинается. Развилочка где-то сантиметра на 4 от земли. И вот такие вот красавцы. Посмотрите, какое большое количество перцев. Если вы выращиваете такой перец у себя дома, вы всегда будете с урожаем. Посмотрите. Сейчас попробую вам показать как-нибудь. Вот видите. С одного кустика можно собрать больше сотни плодов. Вкус этого перца фруктовый. Со сладостью. Длина таких перчиков может быть от 3 сантиметров в длину. И где-то в пределах 1-2 сантиметра в ширину. Смотрите, какой красавец. Этот перец неприхотливый. Он многолетний, можно выращивать его на подоконниках, можно выращивать в огороде. Этот перчик созревает от зеленого цвета. Вот видите, как он созревает, интересно. Зеленый, потом появляется желтая полосочка. Вот такое вот фиолетовое накрапление. Как полоски, очень-очень приятный на вкус, очень хороший. Так что советую вам, ребята, такой перчик. Высота куста может варьировать от 50 до 70 сантиметров. Но у меня высота куста где-то в пределах 30 сантиметров. Срок созревания у него от 70 до 80 дней. Это ранний сорт. Вот такой вот красавец. Посмотрите, просто супер. Если вам понравился этот перчик, ребята, вы можете приобрести его у нас. Смотрите, красота какая. Очень-очень урожайно, ребята. Так что советую. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.